Нет. Не-не, гумпомощь. Вы снимаете или как? Да-да. Нельзя снимать? Мы себя, свой процесс. Что? Да. Здесь нельзя просто. Все-все-все. Только не до смерти, блин. Что? Показывай что-нибудь. И так уже не спим с утра до ночи, ходим уже как зомби. Где бы мы ни находились, мы кыргызстанцы, и вместе мы сила. Всем привет, друзья! Как ваши дела? Как вы держитесь? Я сегодня выехал тоже не просто так, есть очень важное дело. Мне позвонил Эльдиар, так как он сейчас находится в Москве, не может никуда выехать. Он понимает, что какая ситуация сейчас у нас здесь в стране. Он с Ильзатом Ахмедовым, полузащитником ЦСКА, решили помочь кыргызскому народу и отправили гумпомощь в виде масок, в виде очков и в виде защитных костюмов. Я еду в лице от Азии Микс, в лице Эльдиара, чтобы принять это и передать государству. Алло. Да-да-да. Да-да-да. Вы дальше чуть-чуть проедьте, там и будет поворот. Вот вот такие вот маски. Да? Угу. Это для глаз. Это у нас получается защитные эти костюм. Маска в комплекте с этим идет. Это в комплекте одна маска, одна и вот это идет. Вот так, да? Комплект, ага. Вот такие вот маски. Чтобы вы понимали количество, которое мы передаем государству, чтобы она обеспечила наших медиков, которые сейчас работают без выходных. 200 очков, 9000 масок, 700 защитных костюмов мы передаем. Мы сейчас находимся на прямой связи с Эльдиаром, мы переписываемся. Вот он нам последнее сообщение. Да, брат, мы, получается, Министерству здравоохранения передаем это в помощь медицинским работникам, в помощь тем людям, которые вот сейчас на страже находятся, которые там живота не жалея, как говорится, помогают людям. Вот хотим их поддержать. Вот такой посыл, брат. Обращение ко всем бизнесменам, предпринимателям, у кого есть возможность не оставаться в стороне в сложную минуту, помочь, чем вы сможете, чем располагаете, не оставаться в стороне, быть вообще в теме, да, что происходит сейчас здесь у нас в стране. Я надеюсь, мои слова будут услышаны, и нужные люди могут помочь. Не обязательно это делать, как я, так как я все это снимаю и показываю. Есть некоторые люди, которые это делают тихо, незаметно. Тоже вариант. Но мы по-другому не можем. Мы хотим, чтобы видели другие люди, и мы хотим, чтобы другие люди мотивировались этим видео и помогали друг другу. Сейчас меры очень сильно ужесточили, даже ходить по улицам просто нельзя. Я даже сейчас видел несколько прохожих, которым уже сейчас дневное время подходит и спрашивает у них документы и что они вообще делают на улице. Соблюдайте правила, которые каждый день меняются. Я оставлю в описании ссылочку, там все новости, которые происходят с изменением и по поводу, сколько людей заболело на сегодняшний день, какие новости вообще выходят, вы можете прямо читать оттуда каждый день. Брат, тут там без охранения, гумпомощь везем. Гумпомощь везем, все. Давай, брат, вот. Все, да, счастливо. Так, мы приехали в Министерство здравоохранения, чтобы передать им гумпомощь, в общем. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, департамент профилактики заболевания и экспертизы. Нет. Не-не, гумпомощь. Вы снимаете или как? Да-да. Нельзя снимать? Мы себя, свой процесс. Что? Да. Здесь нельзя просто. Все-все-все. Так, мы сейчас договорились, они согласны принять гумпомощь. И вот мы заезжаем сейчас во двор и будем разгружаться. Маски, перчатки, костюмы. Нельзя трогать. Комбинезоны там, ага, вместе с масками там специальные, и очки. А специально они комплектами? Это для врачей все. Ага, ну-ка, стрельни на меня. Ну-ка. Только не до смерти, блин. Что? Показывай что-нибудь. Не-не-не, он снимает, потом покажу вас. А, это кино снимает? Я думал, что температуру показывает. Что есть? Что вы есть?
сейчас я просто узнаю, от передачи от Ильдара Кенесарова и Ильзата Ахмедова, от команды КВН «Азиамикс», от полузащитника футбольной команды ЦСКА Москва, сборная России, гуманитарной помощи, маски, очки, комбинезон и респираторы. 25 точно. 5 штук света оттаскивают. В одной 50, да? В одной 50? Ага. Да, в одной 50. Сколько вниз туда? Посчитайте. Просто вот так надо поставить, наверное, посчитать. Да. Нет, вы вычислите, посчитайте, сколько вниз, как респиратор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 14, 15. Итак, уже не спим с утра до ночи, да, ходим уже как зомби. Дай Бог вам крепкого здоровья, всех благ, извините, пожалуйста. Хоть бы давление не поднялось, и к больницу не загреметь. Извините. Извините, пожалуйста, всего хорошего. Давайте, дай Бог вам здоровья. Так, все, я пересел в свою машину, меня оставили. Я не смог на своей машине, как всегда, попасть в центр города, я пересел на другую. У них был пропуск. Это была первая партия, на следующий день мы сделали вторую партию, она была немного побольше. И там были защитные маски для лаборатории. И они очень сильно обрадовались, потому что, видимо, они в дефиците. Вот этот полный список, который вы видите на экране, который мы довезли на следующий день. А сейчас я вам предлагаю посмотреть маленький видеоролик людей, те, кто сейчас не находится в Кыргызстане, но душой и сердцем они здесь. Где бы мы ни находились, мы, кыргызстанцы, должны помнить о нашем народе, о наших детях, о наших стариках. И особенно о тех людях, которые самоотверженно борются за их жизни. О тех, кто стоит на страже нашего здоровья. О тех, кто, рискуя жизнями, отдает последние силы для сохранения спокойствия и стабильности в это непростое время. Где бы мы ни находились, от чистого сердца мы хотим помочь нашим врачам и медсестрам и передать им предметы первой медицинской необходимости. Где бы мы ни находились, нам всем необходимо проявить любовь к ближнему, гражданскую ответственность и веру в добро. Где бы мы ни находились, мы кыргызстанцы, и вместе мы сила. А лучше сидите дома, мойте руки, любите ближних и дальних тоже, да. А если выходите, то в обяз. Спасибо большое, что посмотрели этот видеоролик, а сейчас ставь лайк, пиши комментарий, чтобы этот видеоролик продвигался дальше и его увидели все больше и больше людей. Спасибо, пока.